Поучаствовать в фестивале «Цветущая Самара» съехались фуаристы со всего мира. Поляк Томаш Макс Кучинский в Самаре в первый раз. Говорит, не успел многого увидеть, потому что упорно работает. Но уже оценил красоту Волги и сделал фотографии на память. Он надеется, что когда-нибудь на его родине в Польше тоже начнут проводить фестивали цветов. Подготовка к фестивалю – это трудоемкая работа для флористов и для организаторов. Но мы безумно любим цветы и хотим подарить эту красоту людям. Мне очень понравилось в вашем городе, особенно гулять вдоль Волги. А еще меня впечатлили ваши скверы. Изюминкой фестиваля станет красочное костюмированное шествие по пешеходной улице Куйбышева, в котором примут участие артисты и жители города в тематических цветочных костюмах. Впервые по улице проедут цветочные платформы с композициями, оформленными лучшими флористами России. Праздничное шествие завершится в Струковском саду, где можно будет увидеть десятки тысяч цветов и множество флористических композиций, которые украсят самые яркие объекты сада. Ну, мы стараемся по мере возможности, чтобы парк выглядел более-менее достойно, чтобы был красивый. Организаторы обещают устроить на фестивале яркое флористическое шоу. Будут организованы мастер-классы по созданию цветочных композиций, творческие мастерские для детей и взрослых. Гости фестиваля также смогут принять участие в литературных конкурсах и шахматном турнире. Мы надеемся, что это будет заметно. И наш труд, и наша любовь, это передастся нашим посетителям. И они тоже с большой любовью отнесутся к нашим композициям. На традиционной выставке продажи, которая в этом году разместится вдоль Струковского сада по улице Куйбышева, от улицы Красноармейской до улицы Шостаковича, можно будет приобрести цветы и саженцы, комнатные и садовые растения. Никита Борисов, Василий Каудашов, «События».